Всем привет! Сегодня пришла очередная партия посылочек из Китая. Это аксессуары различные. Давайте посмотрим, что нам сегодня пришло. Я, честно, не знаю, что мне пришло. Я особо не отслеживал. В общем, пришли кабеля на iPhone 5. Я уже у этого продавца заказываю второй раз эти кабеля. Мне они понравились, они хорошего качества. Так, что здесь у нас? О боже. Короче, здесь у нас зарядки для китайских, точнее китайские зарядки типа для айфонов. Отлично. Смотри, пользованные. Смотри, реально пользованные. Видишь, даже гнездо там вот поломанное. В общем, смотрите, что мне прислали. Сейчас как бы это все показать. Короче, смотрите, обратите внимание вот сюда. Камера сфокусировалась. Смотри, выгнута здесь. Наверняка она еще не рабочая. Короче, понял. В общем, после китайца все надо проверять. Пользованная. Тыкали без конца кабелем. Пользованная. Пользованная. Так, новенькие вроде бы. Пользованные. Тоже разъемы поломанные. Они что, их с комплектов забирают, че что? Не могу понять. А я этому продавцу напишу. Смотри. Ну, вроде как. Ну это значит еще их и пересчитать. Раз китайцы такие ненадежные. И зарядочки, кстати, я брал не самые дешевые. Искал среднюю цену. А все-таки получил. Вот такие вот зарядочки. О боже. Неужели это я столько заказал? Капец. Тоже надо пересчитывать. Да, да. Запах такой плохой. Китайский. Короче. Жесть, жесть. Зарядки для iPhone, точнее кабеля для iPhone 3G. Это вообще, видишь, завода даже запакованные. 20 PSC, 20 штучек. 20 штучек. По-моему, я их заказал 50. Да, 20, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 50. Все правильно. Ну вот как-то так. Вот такая вот, вот такие вот сегодня мне пришли посылки. Пока все. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал.